Всем привет! Наконец-то сегодня мы на нашей работе. И я вам покажу все, как мы работаем, расскажу, сколько мы работаем, расскажу, какие у нас обязанности. Наконец-то расскажу о нашей зарплате, потому что мы уже получили наши первые чеки за 3 недели. И очень многие меня об этом спрашивали. Расскажу, насколько это тяжело, выполнимо ли, и расскажу, как мне, как девушке, здесь работать на этой ферме. Думаю, будет очень интересно и познавательно. Так что погнали! Итак, мы работаем на ферме, которая называется Postage Farm. Она находится в маленьком поселке на острове Принца Эдуарда и была основана еще в 1841 году переселенцами из Шотландии и уже в 7-м поколении принадлежит одной семье. На данный момент этой фермой управляют 3 брата – Кент, Робби и Майкл. Все они выросли в одной семье. Всего их было 7 детей, но только 3 из них решили заниматься сельским хозяйством и продолжили семейный бизнес. И на данный момент они все еще у руля и расширяют свой бизнес. В 2017 году был построен новый сарай с новой доильной системой, где мы сейчас и работаем. Итак, давайте начнем нашу экскурсию с холлом нашей фермы. Комнатка такая, где первым делом у нас располагается большой танк, то есть резервуар, где собирается молоко. Раз в 2 дня приезжает молоковоз и забирает около 25 тысяч литров молока. То есть у нас объемы не маленькие. Вот такой вот танк. Дальше у нас здесь есть кухонка и офис. Кухня, кстати, здесь огромная. Здесь есть и, смотрите, и посудомойка, и плита, и микроволновка, и холодильник. То есть все тут приспособлено для того, чтобы человек мог себе разогреть, даже приготовить. В принципе, наши начальники так и делают. Они тут реально готовят, кушают, они как живут здесь. Стол, кстати, нас сейчас все поздравляют с Новым годом, с Рождеством. Коробочка конфет, прянички и все такое. И здесь тут еще у нас офис начальника, ну туда ходить не буду, там просто стоит компьютер, кресло и все такое. Но самый прикол, что на нашей ферме есть еще одно здание, ну как здание, комната, которую вообще не ожидаешь увидеть на ферме молочной. Вот у нас лестничка, идем наверх и посмотрим, что там. Вот, вот мы поднимаемся, а там такая какая-то страшная комната нас ждет. Сейчас буду вам показывать эту страшную комнату. Включим свет. И вот она, та комната, о которой я говорила. Это у нас, тадам, спортзал. Настоящий спортзал. Здесь есть и штанга. Здесь у нас есть вот такой тренажер. Вот такой вот тренажер. Есть у нас и гантели, и гири, и велосипед, и беговая дорожка. Кроме того, здесь у нас есть еще и небольшой умывальничек, и вот холодильничек. Не знаю, для чего в спортзале холодильник. Я даже его ни разу не открывала. Ну и окошко, которое показывает вид на всю нашу ферму, по которой мы сейчас и пойдем гулять. У нас на работе всего 3 смены. Это утренняя, дневная и вечерняя. Но мы работаем либо в утренней и дневной, либо в дневной и вечерней. На каждой смене находится 3 человека. Это 2 дойера, которые находятся на парларе постоянно, на карусели, и 1 пушер. Пушер – это тот человек, который пушит коров. Что такое пушить? Пуш на английском – это толкать. То есть тот, кто загоняет коров на специальную холдинг-арену, это там, где они ожидают захода на карусель. И вот 3 человека, получается, на смене должно быть обязательно. Ну, вообще больше людей, потому что тут все время начальство, они ходят, кормят коровок, там раздают молочко и что-то еще они занимаются. У них тоже куча работы. В основном мы иностранцы, мы занимаемся именно этим. Мы либо доим, либо пушим. И вот мы сейчас переходим в основную, можно сказать, комнату нашей фермы. Это доильный зал, где находится парлор. Парлор – это доильная комната на английском языке. И они бывают разных видов. И здесь у нас карусель, то есть она крутится по кругу, когда коровы доятся. Пошлите, будем смотреть. Короче, вот у нас эта карусель, видите, она кругленькая. Внутри находится 2 дойера. Один раздаивает, другой подключает. И в конце он должен еще дипнуть корову. Что такое дипать? Есть специальный раствор в специальной бутылочке. И когда корова отдоилась, для того, чтобы она не заразилась никакими заболеваниями, например, маститом, мы ее каждую сосок обрабатываем специальным раствором. Это называется дипать. Прикольно, что здесь коровы могут пить воду, и там в начале есть кормушка. Там
сыпется с специального отверстия смесь кукурузы, разной пшеницы, которая им очень нравится, вкусно. И они так заходят туда, кушать начинают, немножко успокаиваются, и тогда только их раздаивают и подключают. И вот также у нас здесь находится у нас милк-такси. Что такое милк-такси? Это такая машинка, в котором нагревается молочко для теляток. И когда приходит время, ты берешь эту таксиху, везешь в соседний сарай и поешь там телят. Вот я захожу уже сейчас на парлор на наш, и для этого нужно спуститься, потому что мы должны находиться ниже уровня коров, естественно, для того, чтобы нам их доить. Вот мы спускаемся по лестничке, и вот по кругу у нас находится наша карусель. Еще есть здесь проход внизу, но никто им не пользуется особо. Такая стрёмная комната, честно говоря. Можно с оттуда, с твоих дверей зайти и под низом спуститься, но мы реально заходим здесь через верх. И вот у нас здесь царство дойеров, можно сказать. С этой стороны у нас заходят коровы, и вот у нас пульт, который позволяет дойерам контролировать, когда заходят коровы, как быстро крутится наша карусель, потому что от этой скорости тоже зависит, как быстро мы работаем. Слава богу, сильно нас тут не напрягают, скорость небольшая, все спокойно, все можно успеть, ну, то есть, потому что я слышала от других ребят, которые работали в Дании, что там карусель прям очень сильно крутилась. Те, слава богу, такого нет. Вот, стоит вот здесь у нас один человек, который раздаивает коров, а дальше вот здесь находится человек, который подключает коров. Коровы подключаются вот такими вот кластерами. Сейчас это все, конечно же, помыто стоит, и корова доится. И вот дальше они вот так вот едут по кругу, едут. И вот когда подъезжают сюда, я вам говорила, их надо обрабатывать специальным раствором. Вот у нас такая штучка, это называется дипалка. Мы их дипаем, то есть каждую птичку обрабатываем таким вот раствором. Еще у нас тут куча всяких мазюк для, тоже для вымени. Например, если у коровы какое-то твердое вымя, или у нее что-то немного не так с молоком, мы мажем этим всем для того, чтобы они прогрелись и подлечились. Еще есть вот такая вот типа зеленка, она в виде спрея. Если корова вдруг какая рана на ножке или на вымени, мы это все замазываем. Когда мы доим, мы, естественно, одеваем портухи и на рукавники, ну, потому что это коровы. В принципе, они как бы навоз нам выдают либо в начале, но чаще всего уже в конце. И как бы тот человек, который раздаивает, он должен это убирать. Поэтому есть шланги, мы моем, и дальше, когда корова следующая заходит, уже все чисто. Кроме того, у нас здесь есть такая специальная таблица. Если какая-то корова заболела маститом, например, ей нужно давать антибиотики. Но антибиотики — это очень серьезно. Мы не можем их доить на танки и отправлять, естественно, на завод. Поэтому мы записываем этих коров, обозначаем их двумя красными лентами. У них на ножках находятся две красные ленточки. И доим мы их не на систему. Мы их доим, их все равно доить обязательно надо. Нельзя не доить корову. Даже если у нее мастит, доим, мы цепляем вот эти бидоны, бакеты, и потом это молочко выливается. И еще у нас есть коровы с высоким селлером, то есть у нее очень высокий, много насчитывается специально таких клеток защитных в организме, то есть у нее что-то не то, она немного приболела, и поэтому это молоко, ну, хорошее, но для людей не совсем подходит, а вот для телят прекрасно. Поэтому вот такое молоко мы сливаем вот сюда и потом перекачиваем в такси и отправляем телятам, и они пьют. Тяжелая ли вот эта работа? Нет, здесь не тяжело, здесь, кстати, тепло очень, потому что если сейчас дальше пойдем на загонки, там сложнее, в плане холода, там холоднее, а здесь реально тепло. Вот здесь у нас находятся тоже такие небольшие группы, они называются пены. Здесь находятся всегда коровки какие-то, либо больные, либо те, которые родили только недавно. И они находятся в особых условиях, под особым присмотром, поэтому их здесь немного, всегда где-то 3-4 коровки. Им тут вот привозят кушать отдельно, и они вот здесь живут. Сейчас у нас тут четверо коров, вот две коровы на бокс, на вот этот пен. И у них на ножках красные ленточки, то есть то, что мы их на танк доить не можем. Итак, вот мы сейчас пришли в наши группы. Вот здесь у нас находится 4 группы. Каждая из этих групп доится по отдельности. То есть, вот у нас, например, первая группа. Мы открываем все ворота, загоняем эту группу вот туда, в карусели, где они потихонечку заходят по одной, и опускаем вот эти ворота, которые, видите, там, и они, ну, то есть, отделены. Заходит эта группа. Что делает в этот момент пушер, когда группа вышла? Он начинает вспушивать кровати. Для коров считается их не кровать, очень важны. Им нужно отдыхать. Коровы должны, в принципе, кушать и отдыхать для того, чтобы вырабатывать молоко. Видите, какие кроватки? У них не полностью засыпаны соломкой. Кроме того, раз в неделю эту солому досыпают. То есть, естественно, коровы ее спихают на низ и ее уносят отсюда. Все, что они производят, кроме молока, естественно, навоз, сгребается в вот эти специальные, видите, такие рвы. И ходит специальный скрепер, ну, то есть такой шкребок большой, который всовывает весь этот навоз в специальный коллектор. То есть рука
сами мы навоз отсюда не вывозим, никто его не носит. Абсолютно. Вот. То есть, получается, по очереди выгоняется каждая из этих групп, доится, и, в принципе, все. И они заходят обратно. Пушер должен приготовить для коров путь обратно. То есть, тут очень важно правильно поставить ворота. То есть, если ты где-то неправильно откроешь ворота, они могут пойти не туда. Или возвращаются не туда. Из-за этого могут попутаться группы. А так тоже не должно быть. Так как для коров очень важно находиться в своей группе. Ведь здесь на каждую корову рассчитано место для нее, чтобы она могла лечь. Если коров будет больше в группе, то коровам негде будет лечь. Они не смогут отдыхать. Еда натуральная. Это трава. Вот сейчас я вам покажу. Здесь кукурузка, сила. Здесь пшеничка, бобовые. То есть, в принципе, все натуральное. Коровы поэтому дают очень много молока. Из-за того, что их правильно кормят и они пьют чистую воду. То есть это не химия или что-то типа того. Нет, абсолютно. Вот эта вот еда раздается раз в день, утром. Приезжает один из наших фермеров, хозяинов из трех братьев, и раздает. Но после каждой смены и перед каждой сменой мы должны им подгребать эту еду с помощью специальной машины. Так как, видите, они когда кушают, они ее разгребают, разбрасывают. И мы садимся на бобкат, на такую машинку, и подгребаем им еду. Кстати, тут еще такой прикол. Вы посмотрите, какие огромные здесь проемы. У нас в Швеции были вот все, например, как вот здесь. Видите? Они маленькие. То есть они вытянули голову и не могут выйти. А здесь для меня было удивительно, что вот такие проемы, и коровы не вылазят. Там у нас они вылазили даже сквозь такую решетку просто. И, кстати, вы можете заметить, у нас нет ни одной коровы с рогами, так как это запрещено законом. Когда они еще совсем малышки, им около 2 недель приезжает ветеринар, прижигает эти роги, и мы их не боимся. Они спокойные, мирные, они выросли в этих условиях, ничего страшного здесь нет. Вот то, что я говорила, вот этот бобкат. На нем стоит специальная насадка, видите? И ты едешь и подвигаешь эту еду им, чтобы они могли доставать и кушать. И я думаю, это очень классно, что это делается не руками. Вот, смотрите, вот здесь вот эти аллеи, то, что я вам говорила, здесь ходит, видите, скрепер. И он сюда вот сдвигает навоз, и он проваливается сюда, и все, и выкачивается на улицу. То есть это все делается автоматически. То есть во мне мы не, ну как бы, естественно, это коровы, естественно, на тебя все равно где-то что-то прилетит. Но нет ничего страшного такого, что прям невозможно, мы здесь ходим и говно лопатами бросаем. Абсолютно нет. А вот сейчас мы пришли в нашу раздевалку, покажу, что у нас здесь есть. Так, ну, раздевалки, честно, бардак. В принципе, я пыталась здесь убираться, но кроме меня здесь работают только пацаны, и это просто бессмысленно. Поэтому, как бы, такое. Самое главное, у нас есть здесь стиралка и сушка. Первое, что здесь, конечно же, стираются, это тряпки. То есть, когда доер раздаивает корову, он каждую отдельно вытирает отдельной тряпочкой, и потом, естественно, это все стирается здесь. И, кроме того, после каждой смены мы можем постирать нашу одежду и высушить, и прийти на следующую смену, у нас уже будет чистенькая сухая одежда, то есть это не проблема. А еще у нас здесь есть туалет, вот у нас здесь туалет и есть душ. На самом деле никто им сейчас не пользуется, но сейчас зима, может быть летом, особенно при заготовке силоса, сена, соломы, когда это все летит на тебя, как бы, может быть, и нужно будет воспользоваться. На данный момент, как бы, мы только пользуемся туалетом и небольшим зеркальцем, в принципе. А здесь панораздевалки, все. Что я вам хотела сказать по поводу наших выходных. Выходные у нас плавающие, то есть я не могу сказать, что у нас только понедельник или там суббота или воскресенье. Они бывают по-разному распределены, но мы об этом узнаем за неделю где-то, то есть мы примерно можем планировать, не слишком наперед, но можем. Ну, то есть выходные нам дают, бывает целый день, то есть ты вообще не выходишь на работу, а бывает половинчатые, то есть у тебя только одна смена. Итак, а теперь самое главное, я вам расскажу о том, сколько мы зарабатываем. Первое, у нас по контракту нам платят 16,32 канадских долларов в час. И, соответственно, наша зарплата зависит именно от того, сколько часов мы работаем. Сейчас мы работаем очень много часов, у нас получается около 70 часов в неделю. Но нам уже обещают, что так столько не будет. Наш начальник спрашивал, сколько мы хотим работать. Мы ответили, что 50-55 часов в неделю. В принципе, больше, но это сложно. Действительно сложно, мы вот за этот месяц очень устали уже, но надеемся, что он выполнит свои обещания. Кроме того, мы не работаем по ночам, как я говорила, мы работаем только по утрам. Это тоже сложно, так как у нас утренняя смена начинается в 4:45, и то есть мы встаем каждое утро в 4 утра, и мы уже здесь без 15:05, у нас начинается смена, и я вам скажу, действительно, это не просто. Итак,
За первые 3 недели работы у нас с мужем вышло аж 224 часа. Ну, реально много. Я считаю, что в месяц нужно работать, ну, 200, 220 максимум. Ну, дофига. Я понимаю, что да, как бы кто-то скажет, ну, это же ваши часы, вам же оплачивается, согласна. Но если бы мы были на заработках, я была бы полностью согласна. Но мы приехали сюда не на заработки. Мы приехали в Канаду жить. А когда ты живешь в стране, ты хочешь не просто видеть только работу и приехал домой, поспал и опять на работе. Ты хочешь что-то видеть, ты хочешь что-то узнавать. Тем более это Канада, это огромная страна, столько всего, и мы очень долго о ней мечтали. Ну, в общем, нам обещают, что будет меньше. Вот, за вот это вот время мы заработали чистыми 2500 на человека. Это уже чистыми, без налогов и квартплаты. То есть почти 5000 мы вдвоем заработали за 3 недели. Как считаются налоги? На самом деле я до сих пор сама не совсем поняла, так как у них есть отдельно их федеральный налог, который забирает именно страна, типа вся. Есть местный провинциальный налог. Я спросила у нашего начальника, он сказал, он просто вносит сумму, которую мы заработали, в специальную программу, и она ему выдает, сколько налогов мы должны заплатить. А этот налог состоит из нескольких как бы составляющих. Есть сам налог, который ты платишь как бы государству. Дальше есть отдельная строка, это пенсионный фонд, соответственно, твоя будущая пенсия. Так как мы хотим здесь оставаться жить, то как бы в принципе это неплохо, мы не против. И есть еще отдельная строфа, это пособие по безработице. То есть если вдруг мы потеряем работу, нам будет выплачивать эти деньги, которые мы, соответственно, и платим. Я хотела еще по поводу того сказать, многие спрашивают, так как ты девушка, сложно ли тебе здесь работать. Я вам скажу, что здесь одинаково работа, что парням, что девушкам. Это не сверхсложно, на самом деле. Главное, так как я уже знаю эту работу, я работала в Швеции 1,5 года на этой работе, для меня это было совершенно несложно. И как бы, ну, работа, она не сверхсложная, но она не сверхлегкая, это физическая работа, и ты целый день на ногах. Для меня это небольшая проблема, и если тем более не будет столько часов много. Так, это все, что я вам хотела сегодня рассказать. Если я что-то не рассказала, что-то не сказала, что-то забыла, пожалуйста, пишите в комментариях. Кроме того, ребят, у нас на канале 1000 подписчиков. Спасибо всем большое. Поэтому в этом видео я хочу сделать розыгрыш. Мы с мужем купили сувениры канадские и хотим разыграть их под этим видео. Давайте так, оставляем любой комментарий под этим видео, ставим лайк, подписываемся и подписываемся на мой инстаграм. Розыгрыш я проведу в инстаграме, и кто-то победит, и мы обязательно отправим для вас набор сувениров из Канады. И всем спасибо большое за то, что посмотрели. Надеюсь, это видео для вас было интересным. Ставим лайки, подписываемся, и до новых встреч!